Здравствуйте, друзья! Сегодня 20 дней, как этот милый щеночек Тоби появился у нас в семье. За это время он стал всеобщим любимцем, и без него уже мы просто не представляем, как жить. Лично мне, как неопытному собаководу, интересен вот какой вопрос. Почему сейчас все собак кормят только сухим кормом? Я понимаю, что тяжело домашней едой дать питомцу все витамины, минеральные вещества. Но собака есть собака. Почему ей не дать кость погрызть? Мясо кусок. Вот этого я не понимаю. Из-за этого немножко конфликтую со своими домашними. А сегодня я решил немножко Тобика побаловать. Кроме сухого корма, дать миска немножко с овощами. Он довольный сидит, немножко поел сухого корма. А я сделал из супа вынул кусочек мяса. Порезал его немножечко с овощами, с морковкой, с картошечкой. Сейчас будем кормить. Но Тобик уже чувствует, что ему скоро что-то обломится. И просто готов на задние лапки аж встать. Да, Тоби? Тоби, да? Ты умеешь на задних лапках стоять? Ты чувствуешь, что вкусняшка в твоей тарелке лежит? Сейчас, дорогой мой. Сейчас, дорогой мой. Сейчас все будет. Пойдем, пойдем. Все, тарелочка согрелась. Пошли, мы идем есть. Так, Тоби, ждать. Вот так вот сел, как воспитанная собачка, и ждем. Молодец, на, кушай. Да, мясо как-то лучше ему нравится, чем сухой корм. Тоби, не торопись, пожалуйста. Не торопись, хороший. Медленно и размеренно есть собачки маленькие, не умеют. Просто не умеют. Тоби уже третий раз подходит к пустой миске и облизывает ее, а потом облизывает мне пальчики, которыми я резал мясо. Маленький щеночек просто в восторге от такого блюда. Зачем мы кормим тебя этим сухим кормом? Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.